Но... А мы вот сейчас будем с Ростиславом и Георгием месить... Колобка. Готовить баласту с креветкой. Да-да-да, будем на самом деле... Колобка точно замесим, да-да-да. Так, вот здесь у нас сейчас будет мастер-класс. Я сегодня, надеюсь, вам что-нибудь смогу рассказать интересное, приведу про приготовление. Если вам это не кажется, итальянская семья, каждая вот итальянская женщина, она будет уверена, что именно их семейный рецепт пасты, пиццы, не знаю, там соуса, болоньезе, какого-то еще, он самый единственно правильный. И это, с одной стороны, круто. Да? Что у них эти традиции передаются на поколение, типа как очень наш. Есть специальные штучки. Рыбка. Нет. Итальянцев нету. Итальянцы все на это, на чувство. Да, но паста должна вариться в огромном количестве воды. Поэтому 100 грамм, да, 1000. Еще плюс они всегда читают, сколько на льде. Либо вот так. Да, щипцами будем. Щипцами, Георгий Иванович. Ну дайте я это выпу, что-нибудь сделаю. Хорошо. Я хочу сказать так, Ростислав, вы в лиловом пуловере великолепно смотритесь на фоне этого лука. Пожалуйста, цвет пуловера гармонирует с цветом лука, который Ростислав великолепно измельчает, просто идеально. Лучше комбайна. Лучше комбайна. Зовите, зовите, да. Любое время приду и ночью. Да, измельчитель лука за час. Это я, нет, да. На час. На час. Измельчитель лука на час. На час. Да. Не, ну я надеюсь, что это мелко или еще надо еще мельче? Не, не. Где вы этому научитесь? Армия. Армия? Армия. А какое место? Где это была армия? Это был Израиль, это был давно, Израиль. И неправда. Вот, подождите, вы готовили на большую роту, да, на дивизию, да. На полк? Ну не то, что готовили, просто там была закрытая такая штука, и там один повар опоздал, вернее не опоздал, а его не пустили. И мне пришлось готовить. Добавляли себе по желанию, ладно? Угу. Вообще мы, конечно, добавляем его во все, ну, как когда готовим. Да, базилик мы любим очень. Мы уже добавили вяленый томат. Ростислав, что да, был, доказываю, был. Вот он. Вот он, вот он. Шкварчит. Шкварчит, да-да-да-да-да. Эти креветки. Это мы не обещаем. Они розовыми должны стать, да? Они должны стать розовыми. Ну, надо их вырыть. Не каждый день главред работает руками. Вот смотри. Ну, я могу, честно говоря, признаться. Я никогда не готовил. Нет, это ужасно, но я никогда не готовила сырые креветки. А, да? Это я не знаю, товарищ, я так не умею. Нет, я не смогу так это подбрасывать все это. А потом все напало. Я по старинке, так сказать, дедовским методом, как бабушка, так аккуратно. Мы мастер-класс. С Ростиславом готовим пасту. Бананезы. С морепродуктами. С морепродуктами. Слушайте, не знаю, ну вы как думаете? Все, вам без мидии, да? Да, нам без мидии, потому что я не ем мидии. Без медийное у нас. Без медийное общество. Спасибо вам большое, друзья. Мы за мир во всем мире. Вот это здорово. Так, ну все, да? Оно теперь... 1, 2, 3! Фантастик! Еда приготовлена своими руками, самая ценная и самая дорогая. И самая вкусная. И самая вкусная, правда, говорят из зала.